Вот продолжаю видеосъемку. Сколько их здесь скворцов-то. Ой-ой-ой. Первый раз такое зрелище вижу. Вон все. Да, слава Христу. Вот сегодня я вышел почти первый день. Вот. Это наши овечечки. Это коровушки. Пасутся, кушают зеленую травку. Вот такой Господь изобилие дает нам в этом году. Дождей много и очень много травы. Вот птички сидят у нас. Или у нас скворцы. Их столько много. Сейчас вот я немного не успел, они тут паслись, я прямо на травке. Вот они сидят. Вот. Вот. Сколько их много-то. Что-то эти обсуждают там между собой. Коровки мои, коровки. Так вот, близко их подпускать нельзя. Там вот как раз вот за этой травой поле пшеничное Игоря Барбаша, нашего староста деревни. Даже он наш фермер. Вон они взлетели. Во, сколько их. Как рой. Во, ух ты. Смотри-ка ты. Господь чудеса свои показывает. Как они все вместе, дружно. Да бы мы между собой люди тоже были единомысленные, по слову Господню. Вот они, ух. Да, чудные дела Господа, великие и страшные. Вот они, летают, опять на какой-то совет сели. Ибо Библия говорит, без совета предприятие расстроится. Так же они поступают. Коровкам любо смотреть на такую травочку и кушать ее. Сейчас я их погоню вон туда, куда я направляю видеокамеру. Там у нас пруд находится. И там буду их поить, так как они после дневной лежанки вышли. Их надо направлять туда, чтобы они сходили, попили. А потом будут продолжать дальше пастись. Вот. И все. Вот это я, Пащенко Владимир Александрович, поселок Потеряевка, Мамонтовского района, Алтайский край. Сейчас я еще поверну получше, может, меня не видно было. Вот он я. С Божьей помощью молился, чтобы Господь дал разумение пасти, как они сели. Тут как гирлянды на елке. Так, бычок, давай заворачивай. Ходить туда не надо. Заворачивай, заворачивай, заворачивай. Вперед. Вперед. Заворачивай к водопою. Вперед. Шире шаг. Шире шаг. Коровки, вперед. А то палочка у меня очень серьезная для коровушек. Потому понятное дело, что я не шучу, когда я ее машу. Вон там вдали покос Евгения Инчука. В этом году Господь много травы дал. И вот он закатал в рулоны себе. Даже другие братья также в рулоны делают. Так легче хранится. И свежесть травы лучше сохраняется. Дольше. Приходится, конечно, подгонять их. Потому что они на зелень рвутся, а мне надо их на водопой. Во. Шире шаг. Все, слава Богу за все.